Привет. Сейчас я попробую написать. Художники говорят написать. Дождь в лесу. Попробую передать капли. Капли на стекле. Как будто вот видите панораму через стекло. Вот я купила такую вот штучку. Watercolor. То есть она как клей, такая по консистенции. Закрашиваешь какие-то места, наносишь на какие-то места, которые должны оставаться белыми. И потом заливаешь акварелью. После высыхания отдираешь эти места, и они будут белыми снизу. Я вот хочу эффект капель, чтобы сделать чисто белыми, я вот воспользуюсь вот этой штучкой. Это не реклама абсолютно. Мне за это никто не платит. Это просто, может быть, там какие-то другие есть аналоги, где вот попробуйте так. Ну, погнали. Наношу места предполагаемых капель. Ну, вот так вот раскидала капли. Как высохнут? Потом, после уже акварели, я их буду отдирать как липучку. Увлажняем бумагу. Я просто люблю писать по-мокрому. Краски красиво так расплываются. Вот черный у меня, темный какой-то. Нужно с зеленым смешать, что-то получится. Вначале, вон, видите, как пошла. Интересно. А вот эти места, они будут потом белыми. Вот видите, как? Интересно. Потом, когда подсохнет, можно прорисовать почетче. Вот так вот разные цвета вливаете, можно синенький кое-где там, чтобы не скучно было. Тут у меня кустарник должен быть. Можно вот так погонять. Красиво получается. Сюда. Ну, так вот. Двигайте акварель. Ну, чтобы там ножка ползла, так скажем. Интересно. А потом вот эти вот темные пятна, они уберутся, это как резинка, это вот штучка наша. Будут белые места там. То есть нужно, чтобы они были заметны, лучше утемнить там. Ну вот тут еще, это еще не закончено, так скажем. Вот так вот, пускай переливается.
У нас же тема дождя как бы за окном, да? Сейчас попробуем поотдирать вот эти вот штучки. Они как резинка. Вот. Вот как там. Вот. Резиночка получилась. Такие белые пятнышки. Теперь будем делать из них капли. И вообще можно просто капель так побольше сюда залить, как бы получится дождливое окно. Что-то получается вот такая вот. Ну, как вот дождь за окном. Не знаю. Что-то такое. Пусть подсохнет, посмотрим.